Доброе утро. Сегодня 15 июля 2022 года, 4 часа 34 минуты утра. Температура плюс 14, абсолютный штиль, тишина. Поют птички, очень далеко и громко слышно. И сегодня туман. Не очень сильный, но туман есть. Вот лес виден как в тумане. Рассвет еще не наступил, солнце еще не поднялось из-за горизонта. Вот такая вот красивая сегодня погода. Послушайте, как поют птички. Жаворонки летают над полями. Пшеница уже созревает. И запах такой от полей пшеничных идет. Хлебный, ароматный, приятный. На траве везде роса есть и такой туман. Вот я выходил минут 30 назад, он поплотнее был, но сейчас потихоньку развеивается, опадает туман в виде росы на траву, и светлее уже стало, и лучше просматривается через туман лес. Пчелки гудят, вентилируют ульи. Есть принос нектара, на полях посеяна горчица, и с этой горчицы цветущей пчелки приносят нектар и пыльцу несут. Прекрасная погода сегодня, очень красивый рассвет. Давненько такого красивого тумана не было. Это вот после того, как несколько дней дождливая погода была. Пчелы пока еще не летают, потому что прохладно. Но минут 20-30 пройдет, и они уже полетят после восхода солнца. Много птичек летает. Жаворонки летают в воздухе. Их не видно, это маленькая птичка. Но летают над полями и поют. Красота какая. Тишина и красота. И птички поют. Всего вам хорошего. Мирного неба над головой. Удачи вам. До свидания и до следующего видео.